Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера Сергея Юшкевича, которому 56 лет. Кто его супруга и почему в его семье было очень много слез? Сергею Юшкевичу не пришлось долго ждать славы. Он весьма быстро стал популярным артистом. В отличие от профессии, в личной жизни ему повезло не так хорошо. Расскажем о безответной любви актера и о том, с какой женщиной он счастлив на сегодняшний день. Первая юношеская любовь пришла к Сергею в 15 лет. Он занимался в драм-кружке, куда ходила симпатичная девушка Елена. Сергей влюбился в нее, но она словно его не замечала. Из-за безответной любви он страдал несколько лет, и даже уйдя в армию, он не переставал мечтать о ней. Вернувшись со службы, он много времени проводил под окнами ее дома. Сергей плакал и писал стихи, выражая так свои страдания и любовь. В один из дней он встретил Лену. Они разговорились. Сергей очень нервничал, а девушка вновь разбила ему сердце новостью о своей предстоящей свадьбе. Она пригласила Сергея на торжество, но он не пришел. Вместо этого с другом он пришел в ресторан, который стоял рядом с кафе, где и был праздник. Я наблюдал, как Лена фотографируется с другим, в белом платье, улыбается от счастья. Боже, как это было больно! Я понимал, что это было... «Мне для чего-то дано. Возможно, я стал сильнее после всех этих событий», – вспоминал актер. Но силы пришли позднее, а пока безответно влюбленный Сергей решил свести счеты с жизнью и предпринял две попытки. Сначала он встал на подоконник на четвертом этаже, но не решился на роковой шаг, а потом собрался броситься под колеса автобуса и снова остановился в последний момент. «Думаю, что я испугался, а может быть, понадеялся на что-то. Скорее, зная себя, думаю, что я зацепился за какую-то надежду. Но ситуация не изменилась», – рассказывал он. Сергей долго приходил в себя после безответной любви. Он никогда не принадлежал к числу мужчин, которые заводят множество романов. Был готов ждать свою настоящую любовь столько, сколько этого потребуется. С будущей женой Сергея свел театр, хотя его избранница не имеет никакого отношения к актерской профессии или к шоу-бизнесу в целом. Она окончила полиграфический институт и занималась распространением театральных билетов. В конце ноября 1999 года Сергей переживал весьма хмурые дни. У него было плохое настроение. Он решил сделать себе еще хуже и купил билеты на один из самых отвратительных спектаклей, которые ему приходилось видеть. 28 ноября он пришел посмотреть постановку в театр имени Маяковского и в антракте увидел Елену. Он влюбился в нее с первой же секунды и понял, что она та, с кем он хочет прожить до конца своих дней. Понял, что именно с этой женщиной хочет иметь детей и был готов предложить ей руку и сердце в ту же минуту. Ему было 32 года, а ей 26 лет. Да, это была сразу кома, остановка дыхания, то, чего не было никогда, хотя случались страстные влюбленности. Лену я полюбил моментально, рассказывал в одном из интервью артист. Через несколько дней после знакомства он пригласил Елену на свидание. Он так сильно мечтал, чтобы она осталась с ним навсегда, что купил для нее зубную щетку и удобные тапочки. Когда показывал ей свои детские фотографии, Елена наткнулась на снимок с малышом и спросила, кто это, а Сергей ответил: «Наш будущий ребенок». Вскоре пара поженилась, а весной 2002 года родилась их старшая дочь Селена. Такое необычное имя получилось, когда супруги сложили свои имена – Сергей и Елена. Еще через два года на свет появилась младшая дочь, которую назвали Дарина. Сергей кажется очень спокойным человеком по складу характера. По его манере речи и вкрадчивому голосу и не скажешь, что он вспыльчивый. Из-за его темперамента в семье часто вспыхивали ссоры, но Елена моментально гасила все конфликты. «Прихожу домой бешеный. Лена дома, но ее как будто нет. Она чувствует меня. И если понимает, что сейчас я не готов к разговору, будет молчать час-два, сколько необходимо. А потом мне самому очень хочется поделиться. И вся эта накипь, весь негатив куда-то уходит», – признается актер.
Отсутствие ревности он тоже считает залогом крепкого брака. Артист никогда не был собственником в отношениях с женщинами. Ничего подобного не проявлялось и тогда, когда он встретил любовь в своей жизни. Елена тоже не ревнует мужа-актера, тем более к его партнершам по сцене или съемочной площадке. «Моя жена – очень любящий и доверяющий человек, и никаких подозрений с ее стороны нет и быть не может», – говорит актер. Кроме жены и дочерей, у Сергея есть еще одна любимая женщина – его мама. Правда, Светлана Павловна и Елена так и не смогли до сих пор найти общий язык. Долгие годы они постоянно ссорились друг с другом из-за Сергея. В семье было много слез. Маме казалось, что невестка заботится о ее сыне не так идеально, как должно быть. А Елену это очень задевало. Сергей же пытался сохранить мир в семье во что бы то ни стало, и решение нашли. Когда мама приезжает в Москву, то останавливается в гостинице. Она много общается с сыном и внучками, но с Еленой вообще не видится и не разговаривает. «Я чувствовал, что если сделаю выбор в сторону мамы, точно потеряю семью, поэтому я просто развел своих любимых женщин по разным углам». Возможно, кому-то такая ситуация покажется тяжелой, но Юшкевичу не до мнения окружающих. Ему крайне важно сохранить и любовь жены, и дочерей, и любовь мамы. Актер признается, что вступил в тот возраст, когда его уже многое раздражает. Он называет себя тихим занудой и считает, что порой изматывает своих близких. Но семья была, есть и будет для него на первом месте. «Все, что мы делаем, это ничто по сравнению с семьей. И спектакли уйдут, и фильмы, а семья, она останется с тобой навсегда». Сергей и Елена вместе уже почти 25 лет. В отношениях им удалось добиться главного – слышать и понимать друг друга. Это, по словам актера, у них происходит без лишних слов, на уровне интуиции. Мне, в свою очередь, хочется пожелать этому актеру еще долгих лет совместной жизни, новых интересных проектов, успехов в творчестве и во всем, и, конечно же, главных ролей. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А я всех благодарю за внимание, желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.